Нет переименованию. Ивановские коммунисты вышли на пикет городской администрации. Протестную акцию они назвали предупредительной. Поводом для нее стала публикация в газете, где глава города Владимир Шарыпов высказал готовность рассмотреть вопрос о переименовании улиц, если, конечно, такие предложения от ивановцев поступят. Наша позиция по этому вопросу такая, что, по-моему, хватит уже переименований. Мы прекрасно помним, как долгое время нам муссировали о переименовании вообще в целом города Иваново, Иваново-Вознесенск. Мы помним прекрасную ситуацию с Фридриха Энгельса, да. И сегодня опять подбираются к этой теме по переименованию других улиц Фрунзе, проспекта Ленина, фактически переписывая в очередной раз нашу историю. По мнению пикетирующих, новые имена надо давать улицам, которые только появляются на карте города, а историческое прошлое трогать нельзя. Для чего власти нужно проводить эти акции? Как мы считаем, что им нужно переключить внимание жителей России с тяжелого социально-экономического положения в стране, а также в это время, когда затеваются подобные акции, происходят какие-то махинации руками наших властей. Также собравшие решили в очередной раз напомнить властям, что в городе много других проблем, которыми необходимо заняться в первую очередь. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.